Я Константин Тумбинский, и это обзор водонепроницаемой куртки-накидки Icon PDX. Размеры кроя данной куртки рассчитаны на то, чтобы носить ее поверх вашей обычной экипировки в дождь. Данную куртку стоит выбирать того же размера, что и мотокуртка, которую вы носите. В куртке используются водонепроницаемые молнии с удобными собачками. Основная молния защищена накладками на липучках с каналом для отвода воды. Снизу предусмотрена утяжка для надежной фиксации куртки на талии. На конце рукавов есть резинка и хомут на липучке для максимально герметичного прилегания к перчатке. Удлиненная спина, чтобы защитить поясницу при спортивной посадке. Подкладка выполнена из мягкого, воздухопроницаемого, не прилипающего материала. Капюшон с козырьками и утяжками, чтобы защитить голову от дождя при спешивании. Во время езды капюшон можно свернуть, чтобы он не болтался на ветру. Есть два внешних кармана и один внутренний. Куртка имеет светоотражающие логотипы на спине, рукавах и груди. Основа куртки выполнена из водоупорного нейлона Tesla, рассчитанного на эксплуатацию в непогоду. Данная куртка в сочетании со штанами Icon PDX надежно защищает от дождя и будет полезна всем, кто катается не только в хорошую погоду. Это был обзор куртки Icon PDX, приобрести ее можно в магазине Stantec Shop.